Через полчаса на главной арене футбольного клуба «Шериф» начнется матч Лиги Европы между «Шерифом» и азербайджанским клубом «Зеря». Это первая игра в Еврокубках этого сезона. Александр Большаков расскажет, как к ней готовились на стадионе. На главной арене спорткомплекса «Шериф» сегодня днем рабочие установили ворота и обновили разметку. Это были последние приготовления к матчу. Всю неделю на стадионе тестировали свет и звук. Вчера представители УЕФА проверяли, как работают рекламные щиты, камеры и телевизионная станция для трансляции. Ее, кстати, будет вести европейская бригада. На матче будет работать система автоматического определения забитого мяча и ВАР. Это система видеоповторов для помощи судье в спорных ситуациях. Все техническое оборудование здесь установили накануне. Вот одна из многочисленных камер на трибуне. Кстати, судить матч будет Александра Дудич. Это швейцарский арбитр, который любит наказывать игроков желтыми карточками и в каждом втором матче назначает пенальти. Может быть, в сегодняшнем матче ВАР ему как раз и поможет указать на 11 метров. Ворота Зери, конечно. Билеты на матч сегодня появились и в кассе у стадиона. К часу дня на сайте «Билет ПМР» и в терминалах Агропромбанка купили около 1400 билетов на стадион. Но у нас, как правило, люди привыкли приходить за минут 15 до начала и потом толпиться у касс и на входах. Хотим увидеть новый состав «Шерифа», какие будут прогрессы, и хотим увидеть только победу. А те, кто остался дома, смогут увидеть трансляцию на ТСВ сразу после новостей. Не переключайтесь и болейте за наших. Александр Большаков, Данила Кузьменко и Дмитрий Хаджиоглу. ТСВ.